Я управляю санями, серьезно? Вау, ничего себе! Вот это уровень! Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня вместе с тобой устроим побег от великого и ужасного Гринча. Да-да-да, Гринч возвращается, очень скоро уже выходит мультик. Ну а я сейчас недавно пересматривал сам фильм Гринч. Гринч, похититель Рождества. История о зеленом человечке, которого обижали в городе, он убрался на свалку, где построил свою огромную базу и решил отомстить людям и украсть у них Рождество. Я знаю, что мой ключ где-то в этих коробках, но мне так лень. Эй, ты, отыщи этот ключ в моих коробках. Окей, хорошо, нам нужно просто найти его ключик и выбраться отсюда. Да, слушайте, достаточно интересная у него комната. Здесь как-то слегка пустовато и сыровато. Как ему здесь не скучно? Ну а мы с вами идем на выход. Эй, да в смысле? В смысле не получилось выйти на выход? Ладно, видимо, мне нужно найти ключик, окей. Нам же сказали найти ключ, почему я его не нашел? Ого, ничего себе, что это там? Там какая-то пропасть. А, возможно, ключ здесь. О, вот и ключик, замечательно. Я нашел ключик, открываем с тобой дверцу и выходим. Та самая гора, где он наблюдал за людьми, которые праздновали Рождество и подготавливались. В одно прекрасное время Гринч решил украсть Рождество. Гринч живет в южной части Хувиля. Хувиль? Кто Виль? Кто Виль, что ли? Я не знаю. В общем, история такая, что сейчас он наблюдает за этим городком, и, видимо, мы должны будем ему помочь. Скорее всего, он попытается украсть елку, или же просто устроить хаос в этом городе. И вот мы с вами попадаем как раз-таки сюда, к чекпоинту. И давайте я вам расскажу пару интересностей. Один очень интересный факт про Гринч, это то, что он живет в снежинке. Как бы снежинки падают в снежинки. Сейчас мы с вами находимся в мире, который находится в одной маленькой-маленькой снежиночке. Да, это немножко странновато. Так, очень быстро попробуй достать мне 20 подарков. Окей, видимо, мы должны быстро и незаметно достать для Гринча подарки. Хорошо, я буду приносить ему по одному подарочку. Забирай, закинули ему в эту карету и поднимаемся обратно вверх. Достаточно интерактивная карта. Я не собираюсь бегать к одному и тому же боксику, поэтому давай мы с тобой попытаемся найти еще где-нибудь подарки. А подарки у нас вот тут вот. Что пишет этот гномик? Что? Я с ним, видимо, поговорил или меня куда-то телепортировало? Вы это заметили? Что ты делаешь, маленький Санта? Стоп, опять меня что-то уничтожило. Я не могу туда подойти близко. Ладно, окей. Видимо, мы не можем подойти близко к этому человечку. Опять не могу к нему близко подойти. Да что это за ерунда-то такая? Объясните-ка мне. Может быть, я хочу подарки интересные достать? Подарить детишкам подарочки? А вот не получается. Так, аккуратно возвращаемся обратно к Гринчу. Уже 4 подарка, осталось еще 8 подарков. Так, 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 аккуратно. А, не получилось по белью пробежать. Где-то здесь должна жить маленькая девочка, которая сможет растопить сердце злобному Гринчу. Гринч — это один из самых классных фильмов в начале 2000-х. Так, мне нужно найти еще 7 подарков. А где я их найду? Стоп, здесь же был раньше подарок. Видимо, его здесь больше не будет. Окей, значит, нам нужно с тобой проходить паркурщик. Значит, нам с тобой нужно забраться на домик, аккуратно пробежать вот по всем этим опасным шипам, перепрыгнуть на крышу, запрыгнуть на коробку и опять запрыгнуть на крышу. Что-то у меня не получается нормально запрыгнуть, получилось. Так, 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 где же тут еще подарки? Может быть, где-нибудь под елочкой? Кстати, да, почему я не могу брать те подарки, которые под елочкой? Осталось еще 6 подарков. Так, 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 где же мне их достать? Где могут быть еще подарки? Давай-ка мы с тобой сбегаем куда-нибудь дальше за заборчик. Ничего себе, я не знал, что сюда можно забираться. Наверное, тут тоже есть какие-нибудь подарки. Эй, подарочки, подарочки мои сладенькие. А, что-то их здесь нету. Так, ну и как мне быть? Может быть, нужно теперь врываться в дома? Кстати, да. Может быть, нужно просто заходить в домики? Попытаюсь я зайти в домик. О-о-о! Почему я раньше об этом не знал? Здесь сразу 3 подарка в доме, внутри домика. Фух, хорошо, что мы туда зашли. Было бы очень странно, если бы мы по сюжету не зашли в домик, ни в один домик, и не взяли бы каких-нибудь подарков. Так, вот один на тумбочке подарок, хорошо. Этого нам тоже хватит. Так, возвращаемся обратно к Гринчу.
Я даже не знаю, за хорошую мы с тобой сейчас сторону или же за плохую. Зайдем в этот домик, почему бы и нет. Что у нас тут? А тут у нас... О, там был подарок, прямо под елочкой заспавнился. Возвращаемся обратно к нему в карету. Дела у нас идут уже достаточно быстро. Вот, кстати, все время хотел забежать в этот домик. О, он закрыт! Эй! Он закрыт, почему его закрыли? О, а в этот я могу нормально зайти. Здесь, в принципе, все домики однообразные, потому что все люди и жители этого города живут в одинаковых домах, и поэтому там комнаты все одинаковые, и все в этом духе. Это одна из самых лучших миссий в обе картах, которую я когда-либо проходил. Знаете почему? Потому что она сделана интересно. Это самое главное. Так, ну давай мы опять вернемся в этот домик. Да почему? Вот я почему-то падаю на этих лестницах, и меня обратно телепортирует куда-то. Где же подарки? Где подарки? Слушайте, я не могу найти ни одного подарка. Куда они все пропали? Может быть, я не все дома проверил? Может быть, нужно зайти к этому типу? Я точно знаю, что у тебя завалялось там несколько подарочков. А, он в меня снежками бросает. Ах ты, блин. Ах ты, блин. Так, 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 нужно аккуратно пробежать сюда. Понятно, почему я падал. Потому что он бросал в меня этими снежками. У него тоже нет подарка в доме. А как быть тогда? А, опять меня вырубил снежком. Ну что ж ты будешь делать-то? Может быть, следующие подарки вон в тех домиках, которые где-то наверху? Я не знаю. Я не могу найти подарки. Все, кажется, они закончились. Да, замечательно, тут сразу два подарка осталось. Это же просто сногсшибательно. Сейчас мы с тобой вернемся в этот домик и заберем последний подарок. Украдем подарок. И я злобный как Гринч, буга-гашеньки-гага. О, нет! Он меня сбил снежком. Так, 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 так. Надеюсь, эльф сейчас отвернется. Отворачивайся, эльф. Пока он там ничего видеть не будет, мы быстро забежим в домик. Да опять не получилось. Это будет сложно. К нему будет пробраться очень сложно. Сейчас он отвлечется. О, есть! Есть, я забежал, я забежал, я забежал. Эй! Здесь же был последний подарок. Кто его забрал? Зачем я сюда так долго забирался? Ну все, это так нечестно. О, как же сложно. О, нашел, нашел, нашел. Все, возвращайся обратно к Гринчу, я ему сдаю последний подарочек. Готово. Оу-ля-ля, ноль гифтов. Мы собрали с тобой чекпоинт, и, видимо, мы с вами пробрались на фабрику, где производят и упаковывают все эти подарки. Так, смотри-ка. Там охрана. Нужно тебе обойти лазеры и аккуратно скрыться. Так, 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 так. Выбираемся отсюда. Незаметно пробегаем. Эльфы нас не видят. Эльфы нас не слышат. Перепрыгиваем через эльфов. Замечательно. Какие быстрые здесь лазеры. Нужно быть очень аккуратным. Так, 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 так. Они здесь бегают, прям хороводы качают. О-а-а! Зацепил меня один эльф. Ладно, видимо, придется пройти все заново. Хорошо, в этом нет ничего плохого. Так, эльфы, 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 их становится все больше и больше. Они просто в панике бегают. Возможно, после вторжения Гринча они начали немного паниковать. Так, 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 так. Нужно проходить только по правой стороне, я все понял. Видимо, здесь нельзя хитрить и читерить, обходить там вне лазера, как-то под лазером. Здесь нужно вот строго идти по прямой. Хорошо, будем просто с тобой играть по ихним правилам. Ихним, нет такого слова ихним, забудь, что я сказал. Будем играть по егошним правилам. Да ладно, ладно, я опять шучу. Будем играть просто по правилам. Мы же с тобой честные. Да, мы с тобой честные. И готово. Мы с вами дошли до выхода. И опять собираем чекпоинт. Это уже четвертый чекпоинт. Так, ну тут у нас просто паркур карты идут. Видимо, мне нужно залезть в вентиляцию? Надеюсь, это шутка. Ого! Это что, потайной проход в вентиляции? Что за кнопка? Так, я активировал какую-то кнопку. Не знаю, для чего мне эта кнопка. Но, видимо, она что-то отключает. Ладно, я на всякий случай ее активировал. Может быть, она как раз-таки выход активирует. О, нет, дотронься до книжек. Так, я бросаю им туда письма какие-то. А, это письма с угрозами. Гринч постоянно рассылал письма с угрозами. Точнее, письма о том, как он ненавидит Рождество. И мы сейчас раскидываем все эти письма. Возможно, тут будет еще одна такая кнопка, на которую мы должны будем нажать. Да, вот она, желтенькая. Окей, нажимаю тоже на эту кнопку, она теперь тоже зеленого цвета. Активируем абсолютно все кнопки, которые мы должны активировать, чтобы потом не возвращаться обратно к Гринчу в самое начало. И действуем очень аккуратно. Улыбаемся и машем, шкипер. Улыбаемся и машем. Так, 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 так. Нужно забежать в эту комнату.
опять разбросать все эти письма. Я ненавижу Рождество. Бугагашеньки гага. Ой, еще одна кнопка. Тоже нажму на нее. И секретная комната активировалась. Ничего себе. Так, и тут я тоже должен последние письма разбросать. Видимо, так и должно было быть. Готово. Мы с вами дошли до 5 уровня. Что тут у нас? Тут у нас, видимо, легенькая пробежечка, да, вот совсем легенькая. Гринч улетает. О, Гринч, надпись. А, нет, стоп, я должен бежать за Гринчем и не отставать. О, нет, 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 нет. Это заезд с Гринчем. Так, 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 так. Я должен помогать ему, я должен бежать рядом с ним. Поэтому нужно от него не отставать. Какой же он быстрый. Я за ним точно никогда не угонюсь. Ты что, прикалываешься? Надеюсь, это была шутка. У него турбированная карета с турбо-оленями. А я пешком вообще-то бегаю. Надеюсь, в конце этой обе карты нам дадут немного времени, чтобы мы могли пролететь. А, тут уже прям куча елок. А, ну вот и все. Вот мы с вами и до конца все добежали. Так, мы с вами на 6-м уже уровне. Здесь где-то всего 15 уровней. Действительно классных уровней. Так, аккуратно пробегаем сквозь этих эльфов. Опять собираем чекпоинт. И доходим с вами до какой-то пропасти, где много-много подарков. Видимо, это опять же какая-то база этих эльфов. Такого я уже не помню. Вот честное слово, я не помню этого. Но здесь начался достаточно простой паркурчик, я бы сказал. Очень простой паркур. Здесь даже никаких усилий от тебя не требуется. Просто нужно высоко прыгать. Так, опять собираем чекпоинт и идем в следующую комнату. В следующей комнате у нас фабрика. Теперь все стало ясно. Теперь все стало на свои места. Мы находимся на фабрике. Почему же мне сразу об этом не сказали? Что он тут говорит? Привет, тебе нужна помощь? Попробуй пробежаться по этим трубам. Что? Не, он 100% не это сказал. А, видимо, мне нужно будет уворачиваться от подарков. А, нет, 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 нет. О! О! Подарок прямо заспавнился подо мной. Что? Я прям залетел на него. О, это упаковщики эльфы. Почему я такого маленького роста? Вам не кажется это немного странным? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, на следующие трубы я не напарюсь. О, это был Санта-Клаус? Да, это был Санта-Клаус. Окей, видимо, я должен нажать на эту кнопку. Я санями управляю! Я управляю санями! Серьезно? Вау, ничего себе! Вот это уровень! Ха-ха! Я впервые вижу такой уровень на обе картах! Серьезно! Мы просто летаем на воздушной карете. Не на воздушной карете, а на санках летающих. Это классно! И мы прилетаем сквозь эти колечки. Слушайте, я просто однозначно ставлю лайк этому режиму. Просто однозначно ставлю лайкосик. Такое я вижу впервые, и мы с вами добрались до чекпоинта. Опять мы с вами где-то на больших подарках находимся. Мы с вами уже на 11 уровне. А как-то мы так с вами быстро 8 уровней прошли. Видимо, те чекпоинты, которые находились на одном уровне, они тоже считались за один этап. Поэтому теперь все становится на свои места. Так, собираем еще чекпоинты и забираемся куда-то на дерево. Я думал, здесь будет какая-то, знаете, хорошая развязка. Ну, типа, мы как бы помогали вначале Гринчу, а затем Гринч украл Рождество. И мы теперь как бы стали добрыми. Все как-то не по канону идет, потому что в конце фильма Гринч становился добрым. Он извинился перед всеми людьми, мы растопили его сердце. Его сердце перестало быть каменным. И я почему-то постоянно там использую один прыжок. Почему не получается сделать нормальный двойной прыжок? Вот, вот так прыгнул, хоп, и все. Хоп, хоп. Хоп-хоп, опять упал вниз. Достаточно сложный уровень, потому что здесь как-то не контролируется этот дабл прыжок. На самом-то деле. То есть я просто один раз нажимаю, и он сам уже делает почему-то двойные прыжки. Независимо от меня. Вот так вот, запрыгиваем в эту дверцу. И мы с вами на 13 уровне. Хорошо. Я в Хувиле. Нужно сказать, что... Что-то я не успел прочитать. А, видимо, я должен успеть быстро украсть подарки? Или... Быстро беги и воруй подарки. Стоп. Да как это? Я должен кому-то в дом забежать? Нет? Ладно, видимо, мне нужно просто с тобой бежать вперед и проходить эту небольшую обе-карту. Quick, grab these gifts and help me return the gifts to the elves. Я должен забрать подарки и обратно вернуть их в этот город? Тогда зачем мы их воровали? В чем прикол? Объясните мне. А, ладно, окей. Типа, я как бы забираю подарки. Нет? У них нет подарков, они в печали. Смотрите на их лица, они такие грустные. Так, добегаю до саночек. И... А подарков-то тут нет.
Так, ну вот, я в санках, что дальше? Может быть, я должен был взять у чувака вначале что-то? Если это так, то это достаточно странно, знаете ли, потому что я уже собрал 14-й чекпоинт, почему вы меня не остановили? Как-то неожиданно это все, знаете ли. Что? О! Я взял подарок, ну да ладно. А, теперь я просто каждому должен раздавать подарки. Теперь понятно, почему я не телепортировался. Ну, я, значит, все правильно понял, что мы должны с вами бежать и раздавать подарочки каждому эльфу, у которого мы украли эти самые подарки. Надеюсь, все эльфы будут не в обиде на меня, потому что я еще хочу прожить в этом городе хотя бы немножечко. Хувиль, кто виль? Классное, кстати, название города, очень замысловатое. Раздаем подарочки, раздаем подарочки. У меня прям такое, знаете, рождественское настроение наступает. Я даже не знаю, как его вам передать. Реально очень классно, правда, мне немного лень украшать свою комнату, ну да ладно. Я ее украшу, в любом случае. Держи подарок, и ты тоже держи подарок, и ты держи подарок. Всем подарков, и йо-хо-хоу. И тебе подарочек, и тебе подарочек. И тебе подарочек, ты тоже без подарка не останешься. Запрыгиваем с вами в эту карету и готово! Мы с вами вернулись обратно в самое начало, мы спасли Рождество, и Гринч опять стал добрым, он пишет «Merry Christmas! Всех с Рождеством! Спасибо за то, что ты сохранил нам Рождество!» И он мне дает подарок. А что это за подарок? Почему я его взять не могу? Эй, спасибо, Санта любит печенье. Неужели у Гринча стало большое сердце? Действительно, теперь Гринч стал добрым. И знаете, что мне не давало покоя? Мне покоя не давала вот эта вот локация. Она все-таки для чего-то здесь есть, и скорее всего тут есть какие-нибудь пасхалочки. О, вот мы с вами и нашли одну из них, мы с вами забрались на горочку, может быть что-нибудь интересное увидим с высоты птичьего полета, можем немножко вот так вот поджампить, какую-нибудь секретную ачивку, может быть, заработаем, нет? О, печально. Ставь лайк, если любишь Гринча, ставь лайк, если любишь этот фильм и ждешь выхода мультика, я жду с нетерпением, честное слово, и надеюсь, он мне так же понравится, как и эта обе карта. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, ставьте свои лайкосики и оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Adios. Playtime.